Всем привет! Это видео-версия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о презентации нового спорткара от Morgan. Новинка, которую первоначально хотели представить на Женевском автосалоне, получила название Plus 4. Отличительной особенностью данного автомобиля является то, что это первый спорткар в линейке бренда Morgan, оснащенный 4-цилиндровым турбомотором. Plus 4 получил в свой арсенал 2-литровый агрегат BMW мощностью 258 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-диапазонный автомат. Предусмотрена, кстати, и 6-скоростная механика. Если говорить о скоростных показателях Morgan Plus 4, то они следующие. С механической коробкой передач первую сотню автомобиль набирает за 5,2 секунды, а с автоматом за 4,8 секунды. При этом максимальная скорость спорткара достигает 240 км в час, независимо от типа трансмиссии. Новинка построена вокруг алюминиевого монокока CX, вес которого составляет всего 97 кг. Стоит отметить, что каркас кузова изготавливается вручную из ясеня. Автомобиль уже доступен для заказа по стартовой цене в 62 995 фунтов стерлингов. Это 5 300 000 рублей. Первые поставки автомобилей клиентам начнутся во втором квартале нынешнего года. У меня на данный момент все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!